Ежегодные соревнования студентов-медиков. Юрий Савинков здесь в первых рядах. Его приглашают не только как уважаемого преподавателя, но и в качестве судьи. Несмотря на солидный возраст, 80 лет, Юрий Ильич – профессиональный легкоатлет. За его плечами десятки побед на международных соревнованиях. Тренировка – сама жизнь. Несколько раз в неделю врач добирается на работу бегом, а это 10 километров. Надо иметь голову на плечах. Поэтому, в определенный момент напряженность создается, приходится вставать в 5 часу и бегать по лесу на работу, а в 8 часов ты уже в белом халате. Бельгия, Швеция, Германия, Венгрия. И это далеко не все страны на карте побед Юрия Савинкова. 16 лет алтайский врач принимает участие в забегах мирового уровня. Неделю назад он привез из Малайзии 5 золотых медалей. Из 6 стартов победил в 5. Поддержанию формы он по долгу профессии обязан знанием свойств организма и постоянной физической нагрузки, но в разумных пределах. Вот и сейчас Юрий Ильич отложил тренировки. После таких забегов необходим отдых. Даже несколько метров пробежки – пустая трата сил, обосновал он нам свой отказ совершить пробежку для съемок сюжета. Строгий подход к здоровью позволяет ему в 80 лет быть востребованным и в главном деле жизни – оставаться действующим врачом и преподавателем медуниверситета. Юрий Ильич для начала является основателем вообще эндокринологической службы на Алтае. Он является первым заведующим кафедры эндокринологии, которая была открыта в мединституте. И все эти годы он работает на базе нашего отделения. Чтобы оставаться молодым в любом возрасте, Юрий Савинков советует всем не пренебрегать физической нагрузкой. Ведь заботу о собственном здоровье лучше прежде всего поручать не врачам, а самому себе. Тогда и старость может быть в радость. Ирина Харитон, Александр Антропов, Андрей Печоркин. Наши новости.